Лето – прекрасная пора для отдыха. Это время увлекательных игр, соревнований, красочных праздников. В рамках программы «Лето» в Новокабаново на детской площадке, организованной сотрудниками библиотеки и Дома культуры, был проведен ряд мероприятий, просмотр презентаций, фильмов и детские дискотеки. 17 августа они организовали новую игровую программу под названием «Загадочное лето», где мальчики и девочки побыли в деревне Загадкино, остановились на станции Пословицына, заглянули в город Мультград и погостили в стране Сказкаландия. В ходе путешествия ребята встретились с любимыми героями мультиков и сказок. Для них работала фотолаборатория. Ребята весело и с пользой провели свое время. Отгадывали загадки, приняли участие в викторине, рассказывали стихи о лете, пели песни. Участники программы получили заряд бодрости, здоровья и оптимизма.